Привет! Добро пожаловать в мой новый видео. Я желаю всех с праздником, с Пасхой, как говорите, Христос воскресе. Желаю вам мира, счастья и всего наилучшего из Сербии, из деревни Донья Влас. Да, я подумала об этом, говорить или нет, откуда я. Все-таки это интернет, не важно. Друзья, я вас не буду обманывать. Пытаюсь быть нормальной и счастливой. Но сегодня случилось что-то ужасное. Нам отравили кошку. Отравили кошку моей сестре. И это не будет... Это будет сложно сказать ей, потому что она не здесь. Ну все, грустить не будем, потому что я здесь. В деревне буду отдыхать. Если честно, я здесь обожаю быть, вы этого знаете. Сейчас будем ехать через деревню. Вы увидите дорогу, дома. Еду к моей подруге и ношу ей яйца. Вот, снимаю горизонтально. Покажу вам яйца. Некоторые, не важно. Вот. И травы такие делаем. Наверное, по пути кто-то будет говорить со мной. И когда это случится, я не буду говорить камеру. Вот такие красивые. Кисички. Кисички. У вас нет такое слова кисичка. Сумка. А у нас кисичка. Я надеюсь, что не будет очень дергаться этот. То есть трястись этот планшет. Сейчас, возможно, здесь одна бабушка не остановить. Надеюсь, это не будет долго. Христос воскресе! Отлично! Yes! Лава! Лава! Да слушай, это мало надо. А, вот ишли. Что я бил? Идем дали. А лава, не, не уви белый. Не, не, белый, не, 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 уви маленький самый не. Има три. Я, гледай, пу-пу-пу. Много су медени. Срећан празник, ей. Хвала ти, Рус, срећан и теби. Хвала. Вот, поговорили с бабушкой. Вы услышали сейчас сербский. Это собачки ее были. А это через деревню, друзья мои. Как дела у вас? Как провели свой праздник? То есть этот наш большой праздник. Я вам честно скажу, что мне на душе. Вчера мне очень было тяжело и утром из-за кошки. Ну да, там есть люди. Ну, вы знаете, раньше много было... Много. Намного больше людей было. Друзья, я не хочу быть негативной. Ну, в моей жизни постоянно случается что-то плохое. Сейчас вам покажу. Вот как красиво. Посмотрите, это меня успокаивает. Природа, ну... Сейчас покажу. Вот. Там жил мой дедушка, который умер.
Мне его очень не хватает. Быстро за ним помер его сын. 45 лет. Мой дядя. Дорогие мои, цените то, что у вас есть. Этих людей. Потому что один день мы все к Богу отдаем свою душу. И встретимся только тогда, когда Бог это решит. А там церковь. В другой раз буду показывать церковь. Потому что не знаю, церковь. Не знаю, если открыто. А там что-то есть все-таки. Возможно, и открыто. Ну, я еду к подруге. Это мне не по пути. Вардан, Христос воскресе! Вечем праздник! Ну и что вообще там, мало? Снимем по селу. До сади била ту. Били смо на ручек, они отишли, я сам все встал. Тако. Кучи. Сад идем к другарице, тебе подавай не на кучи. Да, я говорила, что здесь есть люди, и они меня будут останавливать, говорить. Понимаете, мне просто нужно преодолеть это. Как мой дорогой Лёхочка говорит на планшете в камеру, пока кто-то смотрит. Ну, у людей попытаюсь не снимать, потому что, возможно, не каждый хочет. Вот. Лада Нива. Еще одна Лада Нива. Я не знаю, если вот мотор. Не будем показывать. Я не знаю, если вы знаете. Я хочу, чтобы моя первая машина была Лада Нива, а потом, дай бог, Гранд Чироки и эвентуально Рейндж Ровер. Как вам мой вкус на машины? Вот показываем через деревню. И простите, когда я замолчу, просто говорю с другими людьми. Красивые цветы. Да, там у нас в деревне есть только один магазин, маленький, небольшой. Ну, это не останавливает людей, чтобы сидели перед магазином. Я не думаю, что я камерой буду там. Все-таки не хочу их снимать. Возможно, кто-то не хочет быть на Ютубе. Ну, я не знаю, если вы видите, я вам сниму. Видите людей там? Алкоголики. Наверное, у вас в России такие есть. Вот. Вот это мой дядя на этой, как называется у нас, не знаю. Мне его и дедушки очень не хватает, потому что мы дружили с дедушкой, я и у его была. Вот это неплохая себе машина, Opel, джип. Я обожаю джипа. Я пытаюсь не снимать регистрацию. Посмотрите, что делает. Это Лада Нива, там они на ней играют. Это Лада Нива и выглядит, как будто еле двигается, а они просто стоят на ней. Вот там, где они, где они стоят, вот там моя подруга живет, и я именно там буду ехать. Вот это место.
я провела свою молодость и детство. Это, как называется, центр села. Да, там людей, там люди. Что я буду молчать? Не знаю. Подожду, пока проедут. Смотрят на меня, с кем я говорю. Друзья мои, извините, я привыкну. Я хочу быть позитивной и прислать вам позитив. Не хочу, чтобы было грустно. Вы чуете эту музыку? Ну да. Здесь я провела свое детство и молодость. Ну да, я еще молодая. Еще маленькой не буду больше. А я себя чувствую как ребенок. Посмотрите, это... Это моя деревня, о которой я говорю. Я до сих пор вам показывала лес, а нет деревню. А сейчас показываю деревню. Вот они все еще стоят на ладиневе. Вы их видите там? Видите, вы не полумный. Я вспомнила, что у меня есть и родственники, и там, где я могу тоже ехать. Сейчас думаю, где поехать. А яичко только поняла для... Принесла только для подруги. Ну, увижу. Друзья мои, я закончу этот видео здесь. И будут их еще. Надеюсь, вам не будут скучны эти видео. Давайте смотрите, потому что мне на сербском намного выше просмотров есть, когда снимаю дурацкие видосы на сербском. Давайте, друзья, загоняйте, пока.